приветствую всех на нашем канале. Как я и обещал, сейчас покажу еще один отличный узел, который предназначен для привязывания шнура или лески к шпуле катушки. Вначале, для того чтобы было хорошо видно, я покажу этот узел на толстом капроновом шнуре, а затем быстро свяжу его на монолеске. Вначале берем наш шнур и от его конца отмеряем где-то 30-35 сантиметров. Вот так. Теперь в этом месте делаем загиб, и у нас получается вот такая длинная петля. Теперь для того, чтобы эту петлю зафиксировать, у ее основания, вот здесь, вяжем узел восьмеркой. Теперь его затягиваем и лишний конец обрезаем. Все, наша петля зафиксирована. Теперь на вершине этой петли нам нужно сделать обычную удавку. Делается она очень просто. Вот таким вот образом наша удавка готова. Теперь для того, чтобы она не затянулась, мы ее удерживаем двумя пальцами. Берем нашу шпулю и вот этой петлей делаем вокруг шпули один полный оборот. Вот так. Теперь наша задача в эту удавку с обратной стороны, то есть вот отсюда, сюда запустить нужно бобину, на которой продается леска или шнур. Ну, в данном случае это у меня такое пластиковое мотовильце, поэтому мы будем его сюда пропускать. Вот так. И теперь просто все это затягиваем. Все, затянули, теперь одеваем шпулю на катушку и наматываем шнур. Теперь то же самое свяжем на монолеске. Все, узел готов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.